вместо силы. Отсюда изливается магия. Чем пришел? Покажи мне свои товары. Бывай. Тиндаль хранит клан Тирш. Нехорошо. Здесь стоит осмотреться.
Мастер Гера! Стражник увидел вас с башни. Меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллиге? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля, а значит, двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет. И как там настроение? Что, опять мечи ковать? Значит, вернулся. Я был прав, а? С удовольствием взгляну на товары. Изготовишь для меня кое-что? Будь здоров. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из Анкрайтов и наденет корону, то... То это ты? Потому что у тебя борода на роже растет. Вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь, последний раз я тебя победила на кулаках? Да! А может, идем сразимся с вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у смирителя великанов? Хватит выделываться! Керрис! Эй! Пес, я кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... такая... Упрямая, упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Ты прав, Арнольд. В этом мы с Керрис похожи. Я не вижу Краха. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с вильдкарлами? Размять кости с дороги? Может, позже. Твое почтение, ведьмак. Пусть твой топор никогда не затупится. Лучшее оружие ни к чему. Ну, давай. Если слабое, то я...
Откуда твой топор никогда не запишется? Приветствую, Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно овечьими шкурами. Сванриги не собирается бороться за поддержку? Сын Брана не будет торговаться за корону, которая ему принадлежит. Из того, что я слышал, короля должно определить голосование. Такова традиция. Но не всякая традиция хороша. Заботу об островах должен взять на себя один род. Как я понимаю, ты имеешь в виду определенный род. Бран был лучшим королем, которого видели острова Скеллиги за много веков. Сванриги — его кровь от крови. А значит, ему должен перейти трон. Что плохого в выборах короля? Походи, послушай и поймешь. Кандидаты уже раздают земли. Обещают привилегии, титулы, судебные решения. Как уличные девки, что задирают платье перед каждым прохожим. Король по выбору не властитель, а должник. Пора с этим покончить. И для начала посадить на трон первородного сына Брана. Надеюсь, ярлы поймут мудрость этого предложения. Ты покидаешь Каэр-Трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно! Заходи! Я ждал тебя! Как тебе пир? Получше, чем эти ваши балы на большой земле! Выпивки так точно больше. А как же! Чего я только не выкатил из погребов! Полуторалетние меды, центрийская сливовица, махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток! Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство! О чем ты говорил с Бирной? О политике. Ее больше ничего не интересует. Она хотела, чтобы я ради памяти Брана запретил своим детям думать о короне и поддержал Сванриги. Полагаю, ты на это не согласился. Мало того, я выгнал ее за дверь. Ты не разрываешься между Хьялмаром и Керис? В смысле, есть ли у меня фаворит? Нет. Они разные, как огонь и вода. Но в обоих течет кровь Анкрайтов. Думаешь, совет ярлов посадит на трон женщину? Спроси ты меня об этом пару месяцев назад, я бы засмеялся. Но теперь я вижу, и не я один, что у Керис есть кое-что, что на островах встречается так же редко, как жаркое лето. Терпение. Одни сперва делают, потом думают. А она другая. Подумает, взвесит за и против. Но как начнет действовать, то нет такой силы, чтобы ее удержало. Так, между нами. Хьялмар не слишком порывист для короля? Зависит от того, о каком короле ты говоришь. Если про того, что засылает послов, двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду, то да, он слишком порывист. Но Скеллиги хочет иного властителя. Такого, что утопит Нильфгард в крови, который скорее прыгнет в огонь, чем сдастся. А в этом весь Хьялмар. Если вы продолжите набеги, Эмгер окончательно разъярится. Вы можете об этом пожалеть. Мы на Скеллиге не знаем, что такое мир любой ценой. Ты обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Прекрасная работа. Спасибо. Это я! Холера, должно быть, Хьялмар устроил какую-то свару. Это не Хьялмар. Пойдем.
Прощай. Дайте тряпку! Нужно остановить кровь! Быстрей! Отец! Отец, возьми плащ. Держись, сын, ты выберешься. Как меня акула однажды... Хальбьорн! Он умер. Крах, откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок! Не то Крах тоже лишится сына! Ты оскорбил меня, Лугас! А теперь угрожаешь моему сыну! Я тебе этого так не оставлю! Ну так иди! Давай! Я забью тебя, как бешеного пса! Тихо, тихо! Довольно уже пролито крови! Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев! Мы не сможем вернуть их к жизни! Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Найдите виновных, Анкрайты. Найдите и убейте. Иначе ваш род будет проклят до сотого колена. Кто-нибудь видел, откуда эти медведи взялись? Это не важно. Я уже знаю, где искать виновных. Погоди, ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь, а я пока смою позор с нашего рода. Эй, Ярлы тебя уже не слышит. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Ты права, Кейс. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Ты видел когда-нибудь что-то похожее? Нет, и надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили. И вдруг началась резня. Все стены в крови. Кто погиб? Дрогодар, Драйк Бонгу... Лугас Синий, Хальбьорн, Отрик. Долго перечислять. Говорят, ты и Лугасу помогал, как мне с Химом. Теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам. Ты, Хьялмар, Сванриге. Что ты хочешь этим сказать? Пока ничего. Что происходило сразу перед резней? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпом. Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из цинтры
и начал хлобыстать. Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок. Он надулся, покраснел, но пил. Люди стучали кружками и кричали «Лугас! Лугас!». И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что... Мы обернулись, как по команде кормчего. А они уже там. Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи. Их разорвали на кусочки. Мы отомстим за них, я обещаю. Хватит разговоров. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я? Возьми себя в руки, Сина. Следы когтей, зубов, переломы. Не знаю. Трудно сказать, от чего он умер. Дрогодар. Я только на минуту скальп свой уже спел. А у вас уже стоял медведь. Это дела богов. Может, они послали на нас... Ну ладно, что у нас тут? Голова медведя, но язык короткий, как у человека. Из пасти несет медом. И чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка. В виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек, полумедведь. Существо вроде ликантропа. Но сейчас не полнолуние, значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то? Или выпил? Мед. С каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Все рога пусты. У каждого стола стояла чаша. В этой был мед. И только мед. Сколько ран. Неудивительно, что Хальбьерн истек кровью. Этот землистый запах. Какие-то грибы? Чаша пуста, но запах остался. Он есть где-то еще в этой зале. Есть. Мед, какие-то грибы и человеческая кровь. Керес! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага, берсерки. Берсерки? Так скальды зовут воинов, которые в пылу боя могут превратиться в зверя. Это сказка. Легенда. Но все совпадает, правда? Вот только здесь был пир, а не поле боя. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. В мед добавили кровь и что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд. Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Фрейя, мать наша, сделай так, чтобы море поглотило предателей. Фрейя, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керес говорила,
Дай рог. Я знаю этот запах. Мардрём. Керес не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да. Особенно в тех, которые влияют на разум. Успокаивают. Вызывают сон без сновидений. Удальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой. Потом маковым молоком. Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто. Но он понемногу отвыкнет. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да, но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Воины, которые ели Мардрём, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды знаю. Но легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Мардрём? Не встречал этого названия. На Большой Земле их называют иначе. Веселушки, кажется. Да, крестьяне едят их, чтобы притупить боль. Удальрик тоже их пробовал, но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видения, кошмары. Ну да, это последнее, чего Удальрику не хватало. Спасибо за помощь. Профи Мардрём. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева, а возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале, без стольких свидетелей. Ты прав. Я помогала готовить пир, я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на Краха? Или друг на друга. В лучших традициях Скеллиге. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось. Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное, а не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив, но не глуп. Яды мы храним на той стороне погреба. Внизу. Идем, я покажу. Ой, ну и вонь! Это водка! Махакамский спирт. Кто-то испортил несколько бочек. Хорошо, что у отца сейчас другие печали. Я рядом. Какое облегчение. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как остальные. Что за... Ах, сука. Спирт! Есть другой выход за бочками. Но они тяжелые, мы их не сдвинем. Я не собираюсь их двигать. Быстро. Мы едва не сгорели заживо. Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Этот проход тайный? Скорее, им редко пользовались.
Когда мы с Хьялмаром были маленькими... Медальон дрожит. Это место силы. Помню, однажды... Дай мне только добраться до этого пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть. В разлитый мед. Прекрасные четкие следы, липкие от меда. След обрывается. Наверное, еще другие следы пролезли, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани. Нет. Не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Смотри! Бери коня. Мы догоним его. Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шансов. Еще посмотрим. Мы его взяли! Говори, почему ты их предал. Или я закончу то, что начал. Анкрай, ты не должны сидеть на троне Скелли. Я знаю вас лучше остальных. Порывистые, безответственные. Скеллиге нужна стабильность. Сильный король, а не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов. Интересно. Никогда не слышала от тебя таких речей. Но я знаю, кто об этом только и говорит. Это Бирна Бран, да? Не умеешь ты врать, Арнвальд. Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род. Если бы у нее получилось, Сванриги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиге. У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить. Арнвальд, помоги нам, и я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почетную смерть. У меня есть ее письма. Она писала, как отравить мед. Но там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно, надо поторопиться. Пора созывать ярлов.
Я созвал совет ярлов по твоему требованию, Керис. Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэр-Трольне. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна Бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэр-Трольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить меня. А когда Керес и ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнвальд служил в Каэр-Трольде, сколько я себя помню. Как верный пес. Я могу подтвердить слова Керес. Ты? Еще один Крайтов-прислужник? Могу представить, как Керес склонила тебя на свою сторону. А может, Крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел на Спикероге, я верю ведьмаку больше, чем тебе. Это твое право, но это не доказывает моей вины. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керес. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи. Остается одно. Кольгер, Лугас, пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет род Анкрайтов. Вы совершаете большую ошибку. Молчи, бродяга. Стойте. Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керис. Вы не поверили ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Эта резня — дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Сванриги, я сделала это для тебя. Только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки. Я знал, что Бирна стремилась к власти, но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что.
Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого падет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Может, я присоединюсь позже. Очень на это надеюсь. Мои дети тоже.